Картина – экспоненциальный рост бизнеса, расширение границ бизнеса, выполнена в технике интуитивная графика с закрытыми глазами. Эти способности у меня открылись после 25 лет духовных практик, занятий йогой, цигуном, танцами, треки и паломничество по святым местам Земли. Чтобы выполнить эту технику, нужно выполнить 4 этапа. Первый этап – процесс желания, создания картины, состояния или картина ресурса, или картина энергии, или картина код. Картина состояния – это картина состояния восхищения, удивления, красотой природы, женщины, различных эмоциональных явлений. Картина энергия – это почувствовать и написать энергию денег, энергию изобилия, энергию женскую, мужскую. Картина ресурс – это ресурс, который вы хотели бы в себе выработать. Самоутверждение, самозначимости, гармонии взаимоотношений и многое другое, конечно. Картина код – это некоторая кодировка вашего визуальное, вашего желания. Экспоненциальный рост бизнеса, денежный поток, расширение границ бизнеса и многое другое. На втором этапе происходит процесс медитации на данное состояние, которое выбирается. Третий этап включает в себе формирование некоторого альфа-тета-состояния моего подсознания, которое расширено и очень тонко в данный момент, которое позволяет сделать четвертый этап, написать уже трансформированную картину этого состояния. Картина код, экспоненциальный рост бизнеса и расширение границ было создано по заказу клиента, у которого преуспевающий бизнес. Расшифровать и прочитать картину можно так. Экспоненты роста бизнеса просматриваются в росте вершин гор по экспоненте. Расширение границ бизнеса – это безграничное космическое северное сияние, проходит насквозь через все полотно картины. Вы по-своему можете трактовать это состояние, уже рассматривая картину. В этом и фишка интуитивной графики. Каждый видит свой образ, что откликается на ваше подсознание, то, что понятно и нужно вам. В картине есть удивительное место, которое я выполнила с закрытыми глазами. Появилось изображение горы Шаста, Калифорния, штат Америка. Это признанное место силы, здоровья, энергетический код. Пусть сотрудники компании считывают его как 25-й кадр в кинематографе и применяют его и процветают в своей компании. Считывая это бессознательно, и это приведет к этим же результатам. Желаем успеха!